Вот он, Лёха. Вот мы и на вокзале, пришло время прощаться. Смотри, приехал твой поезд, Андрюх. Вот он. Ну что ты смотришь, ступай уже. Давай иди, а то я сейчас заплачу. Андрюх, не забывай нас. Пиши нам. Меня попали! Что с ним? Что с ним, Андрюх? Беги, Андрюх! Беги! Не тормози, нам же надо бежать. Тссс, говори шепотом. Мне кажется, тут повсюду жучки. Лучше вообще не говори. Парни, кажется, за нами следят. Андрюх, у нас есть план. Что, я, ты? Да уже ты. Значит так, нам нужно вывести тебя из города. Незаметными. Но проблема с дворами, подъездами, подворотнями, это совсем не важно. Главное идти очень быстро. Мы пойдем в обход, останемся незамеченными. И когда пойдем на перрон, ты сядешь в поезд и уедешь домой. А там ты будешь ждать поезд. Понятно? Смотри. Нам нужно вывести тебя из главное города. Главное быть незаметными. Но! Мы будем идти дворами, подъездами, поворотами. Это поэтому совсем не важно. Мы вот. Пойдем в обход, будем идти очень быстро. Вот. Вот мы попадем когда на вокзал. Когда попадем на перрон, посадим вот. Тебя в поезд, и ты уедешь. Поезд. Понятно? Ну давай я лучше тебе нарисую. Да? Что за хрень? Сам ты хрень. Это, между прочим, кубинский флаг. Я очень рад. А нафига он нам? Сними его! Андрюх, иди сюда. Смотри. Предположим, мы вот здесь. Нам нужно попасть вот сюда. Мы же не пойдем напрямую. Так нас заметят. Поэтому мы пойдем вот так вот, в обход. Понимаешь? Нет. Зачем? Я предлагаю проще. Пройти вот так вот. Вот так. Сделать обманный маневр и снова вернуться туда же, вот. А как за ориентир будет простая лестница, ты же помнишь. Ну тогда уже лучше пойти вообще в другую сторону, вот сюда вот пойти, сделать вот тут такой вот крюк, и тогда мы, ну, 100% останемся незамеченными, я тебе даю гарантию. Правильно, потерять кучу времени ты хочешь? Пойти вот сюда, тут погулять непонятно сколько, пройтись тут по тропиночке, снова выйти сюда и сюда. Ты вот это вот хочешь? Да? Да. Ну, как-то так. Алло. 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 Я вас не слышу. Алло. Алло. Парни, Андрюх, это они! Бежим!
Кажется, оторвались. Я пойду воды куплю. Сигареты меня доконали. Не кури никогда. Будешь? За тебя, Андрюх. Похоже, оторвались. Оторвались? Да мы заблудились! Ну хоть ты не делай такие глаза. Сними флаг, сними флаг! Это все ты виноват! А, ну что такое? Ну что за день, я не понимаю? Ну как так можно? Ну как так можно? А? Страшно? Ой. Я знаю. Нужно посмотреть карту. Full house! Опять? Ты опять ерничаешь? Не эту карту. Смотри. Вот. Ну и где мы, по-твоему? Судя по всему, мы находимся где-то вот здесь вот. Да, вот так ситуация. Знаете, мне это все напомнило один случай, который произошел со мной в далеком 2010-м. Давненько. Да, я тогда еще совсем зеленый был. Ну шел, упал. Лицо побил, мне его зеленкой замазали. Совсем зеленый был. Как черепашки-ниндзя? Как лягушки-камикадзе, ну не перебивай. Так вот, я, понятное дело, никуда не выходил. Еще бы, тогда только Call of Duty 4 вышла. Ну я, понятное дело, сидел дома, рубился. Бегу, значит, стреляю налево, направо, туда. Забегаю в здание, бросаю гранату. Всех заслепляет, я их всех пострелял. А потом такой длинный узкий проход. Я, значит, бегу, перезаряжаюсь на расслабоне. И тут, откуда ни возьмись, овчарка. Она прыгает на меня и валит на пол. И она так на меня посмотрела. Так посмотрела. У меня все уровни перед глазами пролетели. И я потерял бдительность. И она меня загрызла. Загрызла, понимаешь, Андрюх? Загрызла. И ушла. Ничего не объяснив. Просто ушла. Такой осадок на душе был. Мне эта вся ситуация вот сейчас напоминает фильмы Тарантино. Когда за кадром играет легкая музыка, а главные герои обсуждают какую-то непонятную чушь. При этом приводят доводы, совсем пустые аргументы. А главные герои одобрительно кивают. К примеру, такой случай. Пошел, значит, в магазин за минералкой. И проходя возле отдела бытовой техники, вижу, стоит красивый тостер. Он так был похож на утюг. Стоп. Я утюг забыл выключить! Постоянно забывает. Это у него еще с детства. Как в садик пошел, начал забывать. Просто воспитательница в него утюгом попала. Но она вообще странная женщина была. Постоянно чем-то бросалась. Одну девочку раз собакой кинула. Как она вопила. Как она плакала. Под стол забилась, хвост поджала. А девочка ничего. Молодцом. Сейчас, говорят, он в политику пошел.
Да, вот так вот бывает. Так о чем я? А! Так вот, у него на почве утюга психологическая травма. И вот он таким образом мстит, не выключает. Вот, его даже как-то лечили от утюга зависимости, но, как видишь, результат. О, фух. Успел, ребят, выключил. Ты как так быстро? А я, на такси. Такси? Ё-моё! Андрюха, сейчас все будет, поедем на такси. Ты чего так долго набираешь? Так это, номера поменяли, сейчас подлиннее чуть. Алло. Алло, добрый день. Девушка, а можно, пожалуйста, такси? Где? Мы... у вас карта города перед глазами? Мы на выезде из города. Ага. Куда едем? На ЖД вокзал. Да? Спасибо. Парни, девушка сказала, 3 минуты к Ланус Диабло. Вот он, Лёха. Вот мы и на вокзале. Пришло время прощаться. Проснулись, ребята? Вы хорошо спали. Снотворное было единственным способом вас успокоить. Вы сильно разошлись. Кто вы? Где Андрюха? Что с нами произошло? Тише, тише. Все по порядку. Начнем с так называемого Андрюхи. Кем он вам является? Он наш друг. Хорошо. А когда вы познакомились? Я не помню. Я тоже. Мы хотели... помочь ему сбежать, спасти его. От кого? Я не помню. В этом все и дело. Вы не знаете, кто такой Андрюша. От кого вы хотите его спасти? А если я вам скажу, например, что Андрюхи вообще не существует, что все, что сегодня с вами произошло, это одна большая галлюцинация. Это неправда. Я не верю. Ну что ж, тогда смотрите. И она меня загрызла. Загрызла, понимаешь? Просто загрызла, Андрюха, понимаешь? Видите? Там никого нет. Это бред какой-то. Unbelievable. Что? Немыслимо. Вы просто стали частью эксперимента. Теста. Одного препарата. Но ваша миссия, ребята, благородна. С помощью этого препарата мы избавим людей от мук одиночества. А, я понял. Это галлюциноген для одиноких пенсионеров. Совершенно верно. Ты откуда знаешь? Это же очевидно. Надо было смотреть Discovery Science. А почему вы выбрали именно нас? Мы же просто парни. Понимаете, ребята, вы в своей жизни не сделали ни одного путевого поступка. Почему? Первое, я спас котенка от гриппа. Второе, я перевел бабушку через дорогу. Третье, я разбил вазон и все собрал обратно. Этого разве мало? А я еще когда в школу ходил, у меня учительница была по математике, Селена Гомес. Так вот, она мне говорит, останься после уроков. А я такой, Селина Григорьевна, у меня же факультатив, у меня художественная лепка. Но я пожертвовал этим, потому что ее тогда бросил муж,
ей было очень одиноко, ей хотелось ласки, тепла, и мы остались вдвоем, закрылись в классе и... Ты чё гонишь? Отвечаю! Вся школа об этом знала! Мы договорились никому не говорить! Охранник бы узнал! Охранник тогда болел! И ты тогда болел! Вы все болели! Тогда вообще карантин был! Это... Разве это не достойный поступок, а? Где он? Я не знаю! Куда он делся? Бежим отсюда! Блин, я вообще в шоке с того, что сегодня произошло. Так получается, Андрюхи нету. Это все было зря. СМС-ка. Андрюха!